Всем выжившим привет, с вами Сяма Плей, и я сегодня сыграю в игрушку The Walking Dead, друзья. Дорога к выживанию, ходячие мертвецы. Так, нет же, если ты впервые на канале, дружище, прожми лайкосик. Вот. Подпишись на канал, напиши что-нибудь в комментах, бери что-нибудь попить, похрустеть, прийти просмотр аппетита. И у нас тут опять обнова и продвинутые рекруты. Возьмем скринчик, сделаем. Вот, так что... Я понял, что обнова крутые рекруты. Так, собираем шарики, которые бесполезны. Которых надо лутать очень много. Так, что в магазине? Черный рынок. Имба, пистолет. Так, тут все так же. Давай это бесплатно заберем. Так, ну и склад припасов все так же. Давненько, конечно, друзья, не записывал The Walking Dead. А, турнирная дорога жизни, прикол. Я что-то вообще получил за эту, за сезон. А, нифига себе, Stripes. Ну, оружие такое себе, а чё у неё по этим? Не знаю. Ничего особенного нету. Ема. Нихера себе. Ну да, то, что я могу открыть, это только вот этот говняный сундук и все. Нормально этот чел. Ну, на маршрутах нет тут смысла играть, потому что... А, давай попробуем, что тут вообще будет. Ну да, с моей прокачкой тут нет смысла играть. Тем более тут три волны. До хера. Я более-менее что прокачано, это пасхальная Ева на Пасху. Выбивал еще. В ком? В 22-м году вроде, да. Вот. И, друзья, у меня еще прокачан. Ну и, в принципе, все, наверное. Вот эти тоже еще две прокачанные. Доктор до 4-го вроде. И вот это до 4-го Мэгги. Они все равно слабоватые. Ну, окей, да, давай попробуем это пройти, пока проходится, поиграем. Посмотрим. Зажи полный крутых рекрутов. Давайте ответите. Хорошо, криты идут. Так, все, 3 из 3. Что-то я не знаю, вот компоненты мне не нужны. Сюжетная карта. Понятно, это говно. Окей. И это все, да? Кстати, вот эти жетоны.
А, ну вот, моя команда не отвечает требованиям. Нужен вот этот хер. Кэл в панамке. Просто забей. А для чего вот эти штуки, я не понял. Нет, конечно, все хорошо, эти все предметы, но мне нужны персонажи, понимаете? Чтобы прокачать ЕМА. Чтобы прокачать... Мне 36 тысяч не хватает. Чуть-чуть. По идее, я могу вот этот дробовик купить. И это будет ГГ. Вон, пойдем на дорогу жизни поиграем, тут больше наград. И пока что легкие соперники. Так, отлично. Одна волна, просто кайф.
Давай по одной волне. Три волны бесит. Долговато. Одну сразу закрыли и все. Джеромайя. Иисус такой с двумя деглами. Прикол. А, кстати, друзья, я же забыл, а я сюжет-то весь прошел или нет, я что-то не помню. Но, скорее всего, я весь его прошел. А то можно сюжетку было, можно записать сюжетку еще. Это уже в следующей серии. В этой уже навряд ли, не хочу большую серию делать. Найс. Ваншотнули. Чуваков тоже ваншотом. Минч. Окей. И Last Wave. Nice shot. Так тоже люди. Ваншотим и все. Отлично. Ребятки, прожмите лайкосик обязательно. Если будет много лайков, то я еще буду записывать The Walking Dead. Найс. Сейчас дойдем дорогу жизни и на сюжетку чекну. Пойду, что там вообще происходит мне. Ну, плюс хоть какой-то что-то можно ресурсы фармить, хотя эти ресурсы мне особо не нужны. Потому что у меня нету ни других персонажей, ни сундук какой-то открыть, чтобы получить этих персонажей, вот. И, соответственно, я не могу этих улучшить, ни новых убить каких-то, вот. Так что да, это замкнутый круг, без доната тут нечего делать. Либо ждать просто каких-то акций и все. Ну, можно купить оружку, вот, ну, за сколько я накопил. За полгода, за несколько месяцев. Чуть поменьше, может, игры. Эти жетоны. В начале видео на черный рынок заходил, показывал. Вот. И поэтому, да, друзья. Ну, за донатом, конечно, тут изи будет. Просто донатишь, открываешь все. На фул прокачиваешь, которых тебе сейчас нужны, и... Так, окей, я в топ-30, ничего себе. Я на 30-м месте. А тут столько мало людей, говорят, что типа вообще... Ну тут, типа, я не знаю, типа, ради вот этих наград играть смысла нет, опять же, потому что, как я и сказал, друзья, вот эти вот со звездочками, это вливать в персонажа, чтобы улучшать их, ну кто не знает. Вот. Вот эта херня, ну она особо не помогает, если ты тоже без доната играешь. Вот эти медальки, ну это тоже говно. Вот. Поэтому, типа, особо тут это херовые награды, и, наверное, понятно, почему я топ-30 занимаю. Вот, и да, еще 8-7 пройти осталось, и все. 9, то есть, уровни, и все. И уровень жизни 78. Тут я 1000 какой-то там, 1800. Вот, давай скрин сделаем. Mythic Battle Pass 25. Нихера себе, 2000 аксель. Свирепые голые кулаки акселя. Когда терминатор. Если честно. О, кстати, получил что-то неплохо. Давай заберем. Еще заберем что-то. Окей. А, кстати. Это кто? Это Джизус. Хилтоп. Джизус. 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 Так. Ну, это фигня.
Окей, не, не сюда, не сюда. Сюжетку, сюжетку. Я прошел сюжетку. А, я сюжетку не прошел, серьезно? Ема, тут у меня еще проходить, друзья. Короче, тогда на этом остановимся. Вот. Не знаю, в следующей серии, наверное, можно сюжетку пройти. Есть еще завоевание, но тут что-то вообще прям туго идет в завоеваниях, там жестко. Вот. Ну, большую часть почти, в принципе, прошел первой локации, вот. Осталось коллекторы и потом вот это... Вудбери осталось, и все. Локация... А, не-не-не, еще это детская площадка будет. Вудбери, или город это называется. А, вот тут еще, наверное... А, хотя тут до хера еще осталось. На самом-то деле, да. Так, окей, ну... Еще есть... Ну, улучшать некого, в принципе. Ладно, я пока никуда не буду вступать. Короче, друзья, прожимайте лайкосик. Впервые на канале, подписывайтесь на канал. Видос у меня каждый день. Вот. И... Давай изучим вот эту херню. Вот. И всем удачи, и всем пока-пока, друзья. Увидимся в следующей серии.